Тренировки снова с косплея закосил на Эдгара. Хочу снять 6 топовых боев. В общем, история. Мы с Артуркой классно поиграли. Вышли, короче, все в ноль. Но поиграли очень классно на топовых персах. Видите, у меня Эдгар как был 73, так и остался. Но это он падал низко и поднимался высоко. Мы реально. Розу тоже. Не получилось, к сожалению, апнуть. Я поднял ее чуть-чуть, но потом все равно опустил. Мы сначала пытались на Розе вместе с Эм сыграть на серию ничего. Потом Шелли. Потом Эдгар. Шелли даже чуть больше вышло, чем раньше она была. У меня было 705, по-моему, осталось 559. Ой, ну 755 имел в виду. В общем, все осталось так же, как было. Вот. Такое. То есть в целом ничего не изменилось у меня по кубкам, но зато было красиво. Короче, пойдем, собственно, к делу. Блин, минуту затянул приветствие. Да, надо было, наверное, расчесаться, хотя и так неплохо. У меня когда сухие чистые волосы, в принципе. Я был с хвостиком, просто решил распустить, чтобы сделать типа я это тупая херня. В общем, сохранилось пару боев. На Розе уже боев не сохранилось, хотя там тоже один раз на Розе. Не, на Розе топ-1 ни разу не было, но были красивые моменты, которые можно было показать. Но я сейчас, короче, не буду сильно это самое, просто покажу. Я посчитал там 6 боев, которые топ-1. Самое классное было, когда мы дошли до очень сложной тактики. Типа мы придумали, что типа Артур идет сейвиться куда-то за ближайшими ящиками, а я иду в центр и на Эдгаре максимально разъебываю, стараюсь центр. И столько раз было такое, что у меня, ну типа, получается, я засейвлен, то есть даже если я сдохну, все равно я отрезвлюсь, и получается собрать как можно больше банок, чтобы забустить Артура. Чтобы даже если я сдохну, у Артура были банки. Типа. Ну а если я еще и выживу, то это вообще идеальный вариант, потому что, типа, дальше просто мы занимаем центр и выигрываем. Вот. Люблю бебрышку, господи, конник охуенный. Я просто решил, как бы, чье покоцать. Ну, вообще, старались играть максимально от сейва. Очень было много нервов, но вот когда получалось нервы успокоить и нормально отыгрывать, то получались даже классные бои, даже. В принципе, рад, что потратил так 2 часа. Да, мы вышли в ноль. У Артура вообще было 800 плюс на Эмс, но он слил ее до 700 с чем-то. То есть, типа, то, что там мои тильты, это хуйня по сравнению с тем, что у Артура. Он реально слил 100 кубков на ней, это пиздец. Вот, ну, то есть, как бы, все ок. Оставил мне баночки. Ну, точнее, оставил мне две, но, типа, он те не мог не собрать, потому что все окей, короче, тут враг был. Насколько я помню, не такой зрелищный бой. Но я, опять же, сказал, покажу просто все топ-1. Были офигеть, как много крутых моментов, но запечатлю на видос только те, которые заняли в итоге топ-1. Плюс, конечно же, очень многие стерлись, потому что мы сыграли гораздо больше боев, чем там в данных осталось. Вот. К сожалению, на Розе я прикольных боев не покажу, но были моменты там, где мы. Ну, было очень тупо, на самом деле, потому что были моменты, что мы собрали, мы оба были по 16 банок, и мы не заняли топ-1. Это пиздец, это было настолько, блядь, обидно. Мы там, по-моему, заняли то ли топ-2, то ли топ-3. Короче, грустно. Вот он на Розе, да, на Розе максимум брали топ-2. Но больше слили, типа, Роза у меня так в минусе и осталась, она была чуть больше. Когда-нибудь я опну 25-й, но не в этой карте точно. Розы будут апать, скорее всего, на вторжении на остров. Тут, блин, сложно было не выиграть, на самом деле. Просто чпок. Чпок, все. Изи. Красиво разобрали. Извините, что не комментировал особо бой. В следующий бой постараюсь комментировать больше по бою. А так просто пиздел. Так, идемте дальше, смотрим. Да, это было 2 топ-1 подряд, и после этого я наконец-то сменил Шелли, потому что очень долго от того, что тильтовать. Я Шелли, у меня был персонаж, когда вот просто у меня типа стоит, я его не трогаю, и потому что 25 это мой потолок нервной системы. Хотя, возможно, когда-нибудь в 3 на 3 с хорошей тимой я когда-нибудь буду пытаться взять на чем-то 30 ранг.
Типа, Саня же взял 30-й на спайке, но типа не с моими нервами, не сейчас. Возможно, когда-нибудь, когда у меня будут успокоительные или немножечко травы, я смогу, типа, успокоить свои нервы так, чтобы не нервничать, и вот тогда я смогу. А так иначе просто мне нервы мешают хорошо играть. Я начинаю делать кучу ошибок, я играю как лох, у меня руки трясутся, типа, я не могу нормально играть с нервами. Только вот на успокоительных, наверное, смогу взять 25 плюс ранги. А так 25 это потолок. И то, я даже до 25 играю, все равно нервы на самом деле сильно трачу. Просто типа из-за того, что поражение слишком много стоит уже дальше, то уже играть реально тяжело. Очень легко слить. И очень тяжело выиграть. Ну, в ШД, по крайней мере. А в 3 на 3, я говорю, опять же, когда-нибудь, может быть, с какой-то хорошей тьмой буду апать выше. Но это не в ближайшем будущем явно. В общем, да, еще по бою. Я отошел наверх, решил вот зафигачить Макс. Еще и красиво откинул от себя Шелли. Я вообще хорошо сыграл. Это когда я первый раз убил Макс, это был момент, когда я впервые использовал гаджет. Я обычно настолько нервничаю, играя на Шелли, что я, типа, мне не хватает сил нормально использовать гаджет. Я использую гаджет и тапаю, просто тапаю по экрану в надежде на то, что автоприцел зарешает. Типа, а здесь я нормально включил гаджет и прям прицельно выстреливал. Ну все, это настолько скильная игра, что от нервов, что вот на Шелли использую гаджет на выстрел, я обычно использовал на автоприцеле, очень редко прицеливался. И это был вот момент, когда я убил Макс, прицеливаясь. Не буду уже перематывать реплей. Ну там, типа, да, когда я первый раз ее убил, когда я гнался за ней. Ну, было красиво. Жалко, не вынес их Тиму, а просто, типа, немножечко нафармил банку. Мог бы, в принципе, за Шелли погнаться и вынести ее. Но концовка боя тоже изящная, потому что просто все, нам как бы два раза очень повезло. То, что мы выжидали красиво и разъебали бои, они такие зрелищные. Но вот на Эдгаре будет прям красивые бои. Но опять же, на Шелли, к сожалению, там были бои покруче, но они все уже недоступны. Видите, как после Шелли, вот это было, получается, 750 плюс 9, это был последний бой на Шелли, дальше пошли Эдгары. Томар 753, блядь. И как бы Эдгар сразу пошел, очень хорошо зашел, смотрите, минус 9, минус 8. Но мы это все отыграли, мы это все отыграли. Вот второе место, например. А, ладно, я говорил, что возьму только первое, покажу, но хотя... Не, мне самому интересно, что это было. Ладно. Сказал, что покажу только первый, но пусть будет со вторым тоже. Вот, собственно, это мы, в этот момент мы уже додумались до тактики, что он отходит, а я иду в центр. И, кстати, большинство сливов, это когда я просто забывал идти в центр в самом начале, и типа, и шел, сейвился по привычке, как на Шелли, не идя в центр. Хотя на Шелли тоже можно было такую тактику прибегать. Вот, собственно, этот момент как-то... блядь, где Артур вообще? А вот. Это момент, собственно, когда я пошел и сдох, но зато забустил Артура, и у него теперь есть 5 банок. Но дальше просто уже играть от сейва как бы. Ну, тут, в принципе, я думаю, может даже промотать, потому что мы просто сейвились и ждали третьего места, чтобы забрать вторых чуваков. И весь бой просто сейвились. Где развязка? А, я хочу все-таки развязку увидеть. Так. Кстати, да, было близко, если вот не ульта Майка. Он, да, вот Майка красиво, конечно, разъебал Артура. Да, вот тут обидный бой, тут мог бы быть топ-1. На самом деле, не зря показал, то вот развязка была эпичная. Ну, чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть не повезло. Нужно запоминать, на каком месте я был. Так, топ-1, топ-1. Топ-2, как я только что показал. Топ-1. Так, запоминаем. Так, вот опять же, я иду в центр.
На всякий случай тапаю щит. Вот. Забираю красиво. Еще раз забираю красиво, на всякий случай. Я по-моему, подпрыгнул. Давайте. Не, ладно, не буду перематывать, это все на видео все видно. На всякий случай подпрыгнул. Я просто думал, что сейчас засейвлюсь, но типа. Короче, это вот от нервов, на самом деле, там можно было и не прыгать, а сохранить ульту, но не так важно. Самое главное, что я выжил и сказал Артуру, что центр чистый, и типа он может заходить. И, собственно, вот так вот. Нас подморозили. Решаю прыгнуть на Шелли. Очень хороший ход, как бы, в кавычках, но я чудом выжил. Прыгнуть на Шелли, на самом деле, тупая хуйня. Но я решил взять эффектом неожиданности, у меня получилось, я, типа, очень сильно рисковал. Но, еще более того, очень часто прыгая на Шелли, вот в этом бою первый раз я прыгнул на Шелли, я, на самом деле, не то чтобы решил рискнуть, я просто не понял, что это Шелли. Типа, вот этот скин меня все время путает. Вот сейчас я прыгнул на Шелли, уже знаю, что это Шелли, вот сейчас я как раз-таки решил вот эту неожиданность, что она не успеет меня убить. И потому что у меня баны было, как бы, у нее 0, у меня 10. Но вот в первый раз я прыгнул, просто не поняв, что это Шелли. Потому что эти, некоторые скины на Шелли меня путают. Там, кстати, все с записью нормально, да. Все нормально вроде. Ну, тут на самом деле извини, просто дальше выжидали, уже мы уже понимали, что у нас по 12 банок, и, скорее всего, это топ-1, просто нужно подождать. Этих я решаю собрать, потому что нехуй там сейвиться с нулями банок, типа, надо мы просто понимали, что мы доминирующие, надо их потихоньку вырезать. Я решил рискнуть. Ну, и Кроу тоже, типа, ну, тебя убьет дым, чувак. До свидания, как бы, тут изи. Красиво было доминировать, очень люблю вот это ощущение, когда ты прям супер раскачанный, и тебе остается просто красиво взять топ-1, вырезав всех остальных, потому что у них тупо нет банок. Просто изи, изи разъёб. И, блин, скоро испытание ШДшки. Интересно, как оно пройдет. Так, смогу ли я хоть на одном аккаунте взять этот спрей? Следующий бой подряд тоже был топ-1. Вот после двух топ-1 подряд я уже думал такой, типа, ну блин, нам должно повезти, нам должно дальше повезти. И такой, а, нет, нихуя, опять тильт пошел. Сука. Потому что, да, я тут, по-моему, там был тильт, потому что первый бой я забыл прижать центр, второй я сдох, и Артура тоже вначале выкосили, потому что упоролись на него. Вот, были у нас такие моменты, что мы тимились, ну, пытались затимиться, и нас они скрычили, и мы такие, типа, блядь, ну, тимиться нахуй надо. О, нихуя, здесь даже я в начале боя сдох. Где Артур? Где он спрятался? Не, ну нормально. Бля, только что ж был бобер. А можно было и не делать так. Короче, да, это как раз был тот самый момент, когда в начале вообще не получилось банок забрать, и просто сдох как лох. Но удивительно, что это топ-1. Давайте посмотрим, как мы, видимо, ведь бой шкерились. Так. Это там я кого-то забрал. Красиво. До свидания. Мы вдвоем просто пошли, да, и, ну, типа, изи. Изи забрали. Этот Эдгар пытался. Он пытался. Dead inside. Это я очень рисковал, конечно, но я просто понимал, что все равно вот меня сейчас на самом деле убьет Эдгар только благодаря тому, что он был неуязвимый, и я не успел от него отхилиться. Но хорошо, что Бобер выжил и забрал банки, с которых с меня упали. Но вот это был рисковый момент, конечно, так прыгать, но мне очень хотелось его выпилить. И вот сейчас, типа, вот максимальный скилл, просто успел скиллить гаджетом, включить ульту, засейвиться, я респаюсь, все, минус еще одна тима. А нет, стоп. А нет, да, я все-таки его решил не отпускать, потому что какого хера. Ну и дальше, типа, мы в центре, к сожалению, мы не видим того Эдгара, который там стоит. Было бы так изи забрать Тиму. Ну, мы просто ждем, пока произойдет чудо. Я как бы решаю чуть попиздиться с Розой. И очень зря. Ну, только откуда Артур вытащил. Посмотрите, сколько раз я подыхаю, а Артур просто остается оп-оп минус. Просто сейчас просто по красоте одного.
Ждет, пока резкость на всякий случай не упарывается. Красиво хоп, хоп, ульта. Я уже под ротуру ультой забираю этого, и он забирает того. Все. Просто размазали. Офигенный бой, очень приятный. Так, ну и что там дальше? Вот это были два топ-1 подряд. Потом сливы, которые показывать не буду, но там можно было бы, конечно, посмотреть, но смысл ли. Просто сдохли, просто сдохли. Лучше, мне кажется, смотреть, как мы нагибаем. Второе место, спорно. Давайте покажу второе место. Ладно, мне тоже интересно. Попытаюсь перематывать. Так, ну начало перематывать не буду. Вот видите, почти все бои начинаются так, что... А, да, его там попиздили. И Артур сказал, что типа его пиздит, поэтому я решил съебаться с центра. И хорошо, потому что если бы я не съебался с центра, я бы тоже сдох. И это было бы ГГ. Артур бы там не сдох. Хорошо, что он типа, успел мне сказать, типа, что он сейчас сдохнет. Ну и я дальше как бы ждал его. И дальше мы просто сейвились. Неужели это типа второе место просто на шару? Кого-то там он оттолкнул. Забираю Эмс. Получаю пизды от пчелы. А, не получаю пизды от пчелы. Удивительно. Нет, я все-таки получаю пизды от пчелы, но Артур как бы тут как тут успевает ее забрать. Заебись. Еще одна катка, которую вытащил Артур. Ну, как бы не совсем, на самом деле. Да, вначале я успел засейвить, потом Артур. Хорош. И не там пока пиздится. Да, это походу просто халявный топ-2. Да, это халявный топ-2. Неинтересно. Как мы сдохнем? А, мы и здесь сдохнем. Кстати, это было близко. Это было близко. Если бы сейчас она сдохла, был бы шанс. А, нет, он ее таки завалит. Но тут... Бля, и как же... А, сука, он просто... Крысеныш, блядь. Если бы я успел... А, я успеваю зареспиться и... Бля... Ух, я поц. Очень близко, очень. Ох, я такой поц. Не зря этот бой показал. Так слить. Но я, да, я очень нервничал просто. Я ультанул плохо. Я плохо ультанул. Это мне ульт не дал преимущество. Надо было ультовать тогда, когда он тычка меня начала пиздить. Вот тогда вот подпрыгнуть на месте, зарядить тычку во время прыжка и добить. А я ультанул просто потому, что уже нервничал сильно. И щита у меня не было, скорее всего. Да, это было жестко. Неплохой бой, неплохой. Это я только ждал. Вот эти два топ-1. Тильт. Топ-2. Опять проеб. Тильт. Еще один топ-2. Топ-1. Топ-1. А нахер с ним, давайте это уже покажем все. Да? Так, да, все правильно. Вот это мы только что смотрели. И вот эти два сейчас посмотрим. Три посмотрим и ГГ. У меня очень плохая кровеносная память, поэтому не судите меня строго. Хотя и долговременное говно. Мне в целом память говно. Очень плохо с нейрончиками. Ой, подвисло. Меня швырнули. Люблю так вначале вот эту вот зарубу. Ай, ну конечно. Так. Ну, 4 банки я дал дуру, или 3 я одну сам собрал. Дальше просто... Как бы... А, ну это очень быстро второе место, я понял. Ничего интересного, как бы. Тут понятно, что шансов нет. Они просто выебываются, типа... Понятно, все. Халявный топ-2. Здесь, по идее, заруба должна быть классной. А, очень классно. Получил пизды от бычары. Так. Там Артур просто сейвится. А, нет, он типа
Он дает пизды тому бычару, от которого я получил пизды. Хорошо, хорошо. Неплохо, неплохо. Я решаю, видимо, еще раз пизды получить. Блять, какой я тупой. Просто дважды пошел сдох от этого быка. Чё я вообще делал, блядь? Зачем я пошел в центр опять? Видимо, очень жадный был до банок, очень хотел их забрать. Мне очень нравилось спокойствие Артура, после того, как он слил 100 банок, ему так похуй было уже, он такой, типа, да бля, какая разница, я уже и так, типа, набомбился, уже, типа, жопа и так уже сгорела. А, я решил пойти чуть-чуть попиздиться, но надо было слева забрать ту банку и сдохнуть, ну, или забрать и попытаться не сдохнуть. Ну, это красиво, конечно, да, ульта. Эдгар, хорошо, что у него зарядил вторая ульта, я просто добегаю и забираю Эдгара, это было хорошо. Тоже повезло. 10 банок. Но дала по съебами нормально. И сейчас мы решаем, ну, типа, надеемся, что не перепиздят друг друга, пока мы в центре. Как бы контролем. Если они будут подходить, он просто опа, прыжок. Минус бо. Минус бул. И все. Осталось только добить. Все. Как бы. Ну, я подыхаю, естественно, но типа. Побер забирает, все. ГГ. Хорошая, хорошая игра. Найс. Да, и все, последний бой записываем. Играть это, конечно, было гораздо веселее, чем комментировать и снимать, но мне очень хотелось показать тебе бои. Вот, но когда ты сам в это играешь, блин, возможно, когда-нибудь я дойду до того, чтобы вживую записывать бои на таких уровнях, но это. Это вообще не мой уровень записывать такие бои. Только реплеи, разве что. Хотя да, я время этих боев я и говорю, и комментирую бой, и типа. Возможно, когда-нибудь у меня получится. Я знал, что там, короче, тут прикольно, да. Я знал, что там кто-то есть. Я решил, что, скорее всего, я с этим справлюсь. Вообще, я еще хочу перемотать. Сорян. Я хочу посмотреть еще раз. Ну, я пошел, забрал. А я хочу отследить блять. Отследить бобра. Что он там делал? Ну, что, просто пошел, забрал один ящик, и забрал второй ящик, и все. Уже как бы то, что делал я, вы уже видели. Да, просто забрал два ящика. Все. В натуре. Ничего особенного. Блять, как красиво, конечно, получилось, что я не сдох и ушел с 5 банками. Идеально. Ладно, давайте. Я уже на себя немножечко подрочил. Перемотав, извините, что отнял лишние минуты у вас. Но было красиво. Дальше что? Дальше Бёрг вышел в центр, потому что я сказал, что типа давай заходить, видимо. Но хорошо, что не сдохли. Ой, его там потравили, пиздец. Я собрал кругу, да, мы здесь двигали тут. Бля, как я прям, пух, я прям... Жесткий тип. Жестко нагибаю. Одного прыгнул на второго. Прям ух. Профессиональная игра на Эдгаре. Я профессиональный Эдгар. Максимально токсик гай. Вообще люблю этого персонажа, на самом деле. Да, конечно, люблю. Это мой первый 11-й. Ой, пижу. Это мой после Шелли первый 11-й. Это второй мой 11-й, блядь. Но не зря. Действительно имбавший, да, и... Пусть это говорят, что в тренере он не играется, нихуя. Я очень часто беру в нокаут, в разные режимы. Эдгар очень хорошо заходит. В зачистку, в баунти иногда. В ограбление иногда можно зайти. Нормальный чел. Еще ноет, что нужно перебалансировать, хуйня. Типа можно сыграть с гаджетом на ульту и с приземлением, можно сыграть... С вампиризмом и с щитом. Хороший чел. Классный топ-1, красивый.
19 банками, как бы, ну да, можно было и повыебываться, но мы решили просто забрать победу и все, там, что-то выебываться. Но играет они достаточно хорошо, типа, если мы выебались, да нет, даже если бы мы выебались сами, хер бы нас убили, 20 банок. В общем, вот такой получился видосик. Пойду спать, да, сейчас как бы 6:20, и я еще, ну, как обычно все. Типа стандарт, стандартный мой режим, который я никак не могу поправить, а мне очень нужно его наконец-то восстановить в адекватный человеческий режим, но уже больше 2 недель я вот, ты уже месяц фактически я в таком режиме. В общем, вот такой видосик. Я только недавно узнал, что можно тыкать не сюда, на бойцы, вот сюда, тут вот, а можно просто тыкнуть по персонажу и откроются бойцы. Я раньше этого не знал. Да. Вообще, посмотрите, с каким тут нужно персонажем выбить старку. Бо все еще голый, блядь. Я так хочу Бо с Виженом, а Миша, типа, на втором аккаунте у нее Бо 9 и фолловый с 2 гаджетами с 2 старками. Типа, но не на молоке, да. На молоке Бо нету. Ну, не суть. Просто прикол в том, что молоко, типа, и теперь мой аккаунт. Ах, ну, бля. Очень много старых хочу выбить, но выпадают то персы новые, блядь, которые мне не нужны, то ничего не выпадает, очень обидно. Следующий перс — это сквик. Следующий, которого я пойду 9-го, а потом открываю уже боксы. Но много боксов, на самом деле, накопить не получилось, потому что я иногда открывал их, чтобы голды добить, вот я вот открывал, чтобы Бонни до 9-го докачать. Ну вот, 16 есть, надеюсь, с них хоть какая-то старка мне вылетит, которую я давно жду. Вот, желательно на Бонни, чтобы пока ее не занерфили, я въебал Бонни до 25 ранга. Вот, ну вот, как-то так, такие планы. Такой аккаунт. Ну вообще, да, сейчас еще заканчивается сезон, мне пришлось подбивать персонажей, типа 4 аккаунта. И очень много времени надо игре уделять, а у меня нет столько желания играть, сколько нужно играть, чтобы... Да, ну... Мне по-прежнему играю только Brawl Stars, я такой моногамный игролюб. Если играю в какую-то игру, я играю только в нее. Вот, и последние полгода тут я играю только в Brawl Stars, как бы ни во что больше. Так уж получилось. Даже больше полгода уже получается, уже больше полгода. Уже получается, да, месяцев 8. Ну, практически самое начало сезона Лолы. Нет, где-то середина сезона Лолы я скачал игру. Вот. Вот так вот. Всем пока. Хотя, блядь, этот видос не посмотрит никто, кроме друзей, кроме тех, кому я его скину. Камон, я, блядь, продолжаю писать по привычке, как будто этот видос посмотрит как минимум человек 10-15. Ну, это хуйня. Никто его не увидит, блядь. Вообще, до этого момента досмотрели вообще, наверное, единицы. Если вообще кто-то досмотрел. И до сих пор меня слушают. Я говорю сейчас тупо сам с собой. Тупо шиза. Нет.